Всем привет! Хочу признаться, с февраля месяца было выпущено немало разных вакансий, как для мужчин, для женщин, так и для семейных пар. И в проекте открыть еще больше. С компанией Top People вы можете выбрать работу себе на любой вкус и цвет. Конкретно в этом видео хотелось бы удовлетворить пожелания кузнецов, литейщиков, металлургов, ковалей, да и просто людей, которым нравится работать с металлом, и они бы хотели развиваться в этом направлении, а оно, как известно, в Чехии очень достойно оплачивается. Итак, сегодня мы едем... Итак, друзья, мы находимся в центре города Злин. Давайте я немножко покажу вам и расскажу об этом городе. Друзья, я как человек, который сейчас прогулялся уже целый час по Злину, могу с уверенностью сказать, это не маленький город. Я здесь был последний раз в 2016 году. Я этот город тогда так не увидел, так как сейчас вижу и смотрю на него. Смотрите, это очень гармоничный город. Красный кирпич. Как будто все как договорились. Даже там вдалеке можете увидеть все дома из красного кирпича. Смотрите, университет Томаша Бахи, дом культуры, музей. Все из красного кирпича. Не в обиду сказано, но... Так напрашивается такой комментарий, что Злин – город красного кирпича. Друзья, самое интересное то, что вот находясь в Чехии, я понимаю, что есть разные Чехии. Реально, здесь как бы все по-другому. Реально, очень сильно отличается. Вот мы живем, допустим, с Мариной на севере Чехии, в городе Либерец. Злин, он находится на юго-востоке. Считайте, это вообще совершенно в другой части Чехии. Здесь все по-другому. Здесь просто улочки другие, здесь дороги другие, здесь люди другие. Здесь по-другому делают парки, здесь по-другому дома выглядят. Поэтому парадокс такой. Вроде бы Чехия одна, но она разная. Итак, мы находимся на заводе Viva. Итак, друзья, в этом видео я вам хочу полностью показать производство этого завода, показать, кого они ищут,
само собой, здесь будут и реальные отзывы людей, которые здесь уже не один год работают. Все вы увидите, поэтому приятного просмотра. Смаковарна Viva. Jsme jedna z největších a nejmodernějších zápustkových kováren ve střední Evropě. Sídlíme v krásném městě Zlíně. Zaměstnáváme 400 lidí a našimi zákazníky jsou největší automobilky po celém světě. Koveme nejen pro automobilky, ale také i pro ostatní výrobce. Třeba pro známou značku Linde, která vyrábí vysokozdvižné vozíky. V současné době hledáme zejména silné, mladé chlapy, kteří můžou kovat na našich velkých kovacích lisech. Jedná se o práci, která je náročná, ale velmi dobře zaplacená. Pokud u nás začnete pracovat jako kovář na klasickém lisu a práce vám půjde dobře od ruky, můžete postoupit, můžete přijít k našim robotickým linkám, kde samozřejmě se budete starat o roboty, které obsluhují linky, a pro vás to znamená růst nejenom profesní, ale také peněžní. Těšíme se, až se k nám přidáte. Všechno vás naučíme, ukážeme vám, jak to u nás funguje, a můžete u nás zůstat dlouhou dobu a zároveň můžete s námi i růst. Производство вам в полном объеме, думаю, больше, чем нужно, более доступно, более понятно. Так, представься, пожалуйста, как тебя зовут? Виталий. Виталий, сколько здесь работаешь? Полтора месяца. Полтора, получил уже рабочую карту? Да. Получил. А как вышел на эту работу, почему согласился? Ну, согласился, потому что, как бы, ну, в описании вакансии, ну, были, как бы, свои преимущества. Ну, посмотрел, подумал. То есть описания понравились? Ну да, 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 да. Как оно в реальности? Действительно так все как описывалось? Ну да. Просто на рынке труда сейчас очень много вакансий. Мне интересно, почему люди соглашаются, да? Mm. И как сюда попал? Помогал кто-то, нет? Ну, связался, есть фирма People, связался. Мне помогли, и я приехал сюда работать. Понятно. В общежитии живешь здесь? Ну да. Как условия?
достойный или какой-то там подвал? Как бы на данный момент пока нормально, а в дальнейшем, если что, будем искать другое. Хорошо, как тебе эта работа кажется? Тяжелая или как? Сильно тяжелая? Как бы за полтора месяца я еще не понял, в дальнейшем будет видно. Нет, то есть не было такого, что через один день ты уже захотел убежать? Не было. Я просто в Чехии работал уже 2 года, так что я... Есть с чем сравнивать? Ну да, есть с чем сравнивать. Все, понял, спасибо. Пожалуйста. Хорошо, представься, пожалуйста. Константин. Сколько уже работаешь на Виве? 4-й год. Ух ты, куда-то собирался уходить, нет? Пока нет. То есть все устраивает? Ну, пока да, но дальше увидим. Мне интересно, кого бы рекомендовал? Рекомендовал бы вообще вот эту работу для кого-то, кто сюда нужен, просто смотрят, допустим, на какую-то зарплату, либо визуально смотрят на какую-то картинку. Расскажи, пожалуйста, действительно, как оно есть, кому сюда лучше не идти? Хороший вопрос. Хороший вопрос, да. Просто, чтобы люди не розовых очков не имели и не убежали на следующий день. Здесь нет места слабым, неуверенным в себе, которые боятся там взять там в руки тот же молоток там, или еще что-то. Вот прямой вопрос, и я хочу прямой ответ. Здесь можно заработать хорошие деньги? Есть какая-то такая возможность? Да, если руки из плечей растут и голова на месте, то можно. Все понял, отлично. Так, представьтесь. Евгений. Евгений, вы слышали, ваши друзья, знакомые здесь рассказали что-то о Виве. Что бы вы могли дополнить? Какая работа? И сколько вы здесь работаете, кстати? Работа интересная. Работаю 2,5 года. Угу. Мне работа нравится, но она очень тяжелая. Да. То есть, как вы спрашивали, работа для просто приехать, просто заработать не получится. Месяц, два, три – это очень мало, полгода – очень мало, чтобы здесь чему-то научиться. Ага. То есть, как бы обычную, легкую, так сказать, и то трудно делать работу. Как приходит новенький человек, ему дают самое легкое, то люди, тяжело. То есть, тут надо люди такие, которые будут, которые уже что-то умеют руками делать, которые умеют думать головой. Ну, в принципе, есть все. Есть какие-то перспективы? Мне тут нравится, я хочу здесь оставаться и хочу какие-то перспективы, но не знаю, как будет. Вроде бы у меня все получается, в принципе. Так работа мне нравится, у меня отличная смена, отличный мастер, все супер. И отношение к людям тут довольно-таки намного лучше, чем у нас в такой же работе, например. Понял. Рекомендовал бы ты своим друзьям этот завод? Да, я да. Я хотел, друзьям предлагал, но это было в самом начале моего пути, так сказать, рабочего. Они побоялись, а дальше уже карантин и так далее. Ясно. А есть же другие заводы, почему не рассматриваешь другие? Я всю жизнь просто работал на такой работе тяжелой, с металлом. Мне посоветовали посмотреть на сайте, я посмотрел. Работу, в принципе, я не знал вообще такую, но с металлом меня это заинтересовало, пришел, увидел. То есть так здесь сказать, конкретная нота была именно интереса работать с металлом? Возможно, да. Просто я люблю работу, где я могу себя показать. Не просто обычную работу, где там на конвейере, например, люди стоят в шеренгу и там что-то однообразное такое. Тут надо и подумать, и приложить силу иногда. Хорошая работа. Супер. Спасибо большое. Пожалуйста. Теперь важные пункты. Первое. Трудоустройство производится напрямую, то есть вы будете иметь контракт с прямым работодателем, без агентур, без посредников. Второе. Под эту вакансию изготавливается рабочая карта на 2 года. И третье. За вакансию вы ничего не платите. Теперь, что касается полного описания вакансии и формы для отправки заявки на нее. Все это найдете в описании под видео и в закрепленном комментарии. Рады будем помочь всем вам с вопросом по трудоустройству в Чешской Республике. И тогда все у нас будет хорошо. До новых встреч. Пока.